Всем огромный-огромный привет! Прибежала из магазина и хочу поделиться с вами своими покупками. Посмотрите, что я нашла в магазине. Крошка, моркошка. Такой легкий перекус. Я думаю, она будет очень вкусненькая, сладенькая. Буду брать теперь на работу. Именно на перекус до обеда, либо после обеда. 38 рублей. Семена тыквы соленые взяла. Тоже очень вкусные. Беру довольно часто. Конечно, зелень. Из зелени это укроп. 38 рублей. И вот такой красивый зеленый листовой салат. Салат называется джаз. Очень вкусный. Я уже не первый раз брала. Хочу сделать салатик. Но он не дешевый, если честно сказать. 70 рублей такой стоит. По 29 рублей сегодня у нас в магазине были вот такие чудо-творожки. Я их беру себе на завтрак. И взяла за 100 рублей вот такие семечки. Эти мне нравятся почему-то больше всего. За 47 рублей взяла вот такой творог, тоже беру себе на завтрак, 5,5%. По 64 рубля были маслины без косточки, это мини такая версия, они маленькие, но добавлять в салатик очень даже ничего. Вот такие маслинки. За 89 рублей моя любовь, это огурчики по-берлински. Как только вижу по акции, всегда беру, и у меня в холодильнике они не переводятся никогда. Люблю-люблю, даже кушать просто так. Конечно, не часто тут содержится уксус, но добавляю в салатики, либо не часто кушаю просто так с картошкой. По акции сегодня тоже ухватила себе вот такое не молоко за 99 рублей. Первый раз попробовала, мне купила Светулька, когда я была у нее в гостях, и теперь я где вижу, всегда беру вот это именно не молоко экзотик, мне очень по душе, и тем более оно 0,5% всего. Огурцы большой-большой мешок, у нас в атаке 57 рублей всего килограмм, так что беру, режу просто с маслом или в какие-нибудь салаты. За 57 рублей обычные бумажные салфетки, вот именно без таких я не представляю себе, чтобы у меня на кухне был стол без этих салфеток. Обязательно должны стоять на столе на кухне. И, конечно же, курицу. Взяла вот такие ножки по 119 рублей килограмм. Взяла целый лоток. Буду делать для вас рецепт на основном канале. Обязательно выйдет этот рецептик. И также грудки. Грудки сегодня были, сейчас немножко пошумлю, по 199 рублей. Все, у меня пакетики тут порвались. И две упаковки вот таких грудок взяла. Тоже буду запекать. Теперь отказалась от всякой колбасы, от всяких сосисок. Буду запекать такие грудки. И обязательно буду с вами делиться рецептиками, потому что все это будет без масла. Все это будет, конечно же, самое-самое полезное. Еще забегала в фикс-прайс купить вешалки. У меня, в принципе, с фикс-прайса собралось уже немного там покупок. Тоже хочу с вами поделиться, обязательно поделюсь. Поэтому, но это будет в другом видео. На этом мои покупки закончились. В принципе, ничего лишнего я не взяла. Так что вот как-то так. Всем огромное спасибо. До свидания и пока.